Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, по поводу ситуации в Курской Народной Республике. Кстати, некоторые говорят, что это не Народная Республика, а Курская Народная Демократическая Республика. Ну да, похоже же на Корейскую Народную Демократическую. В этом что-то есть. Наверное, так и будет в результате. Значит, смотрите, ну, во-первых, в Курской Народной Республике, или как там по-второму, отменены все мероприятия, которые были назначены вот на ближайшее время. Причем во всех абсолютно районах. Это правильно, правильное в принципе решение, потому что нужно готовиться к референдуму и все остальные мероприятия, ну они как бы неуместны. Теперь что касается линии фронта. Сразу скажу, что информация поступает исключительно со стороны врага, то есть от путерастов, соответственно, я вам буду докладывать то, что пишут Z-паблики с горечью. Не я с горечью докладываю, они с горечью пишут. А мне как раз, у меня сердце радуется в этом случае. Да, так вот, значит, что они пишут? Что как минимум 11 населенных пунктов освобождено от незаконного кремлевского режима. Ребята, слава богу, ура, супер. Я себе представляю, какой праздник. Представляете, люди на улице, да, вышли, а там наш сине-жовтий прапор, да, там идут украинские хлопцы с селом, да, и дивляться навколо. Ой, Курщина повертается додому в Украину, да, красота какая, ребята. Послушайте, какие села уже освобождены от путинских бандитов, значит. Это Любимовка, Обуховка, Покровская, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаева Дарина, Дарина, Свердликова, Лебедивка. Вот, да, говорят, что бои, и опять это, еще раз говорю, информация с той стороны не наша. Некий там телеграм-канал Рыбарь, ну, кто в курсе, тот в курсе, это Зеды, вот эти, со свастикой телеканал, ой, телеграм-канал. Бои идут также в Гончаровке и в хуторе Олешня, это прямо на границе, а вот Гончаровка это интересно, Олешня, где российские солдаты попали в окружение, ну Олешня это действительно там 500 метров от границы и вполне может быть, вполне может быть. Что же касается Гончаровка, это интересно, потому что Гончаровка и Суджа это одно и то же, так получается, что бои фактически в Суджа, ну опять, за что купил, за то продал. То есть достоверность этой информации, она такая. Но, в принципе, расисты пишут следующее. Вот если брать все гамбузом, что доблестные украинские войска продвинулись порядка 15 километров вглубь российско-фашистской территории, освобождают один населенный пункт за другим. Ширина этого прорыва оценивается самими расистами в 10-11 километров. Вот где-то приблизительно так, плюс-минус. У них там паника, потому что как это все остановить, они реально не знают. Надо, получается, что, понимаете, для того, чтобы остановить, это туда зашли боеспособные части. Причем это не, знаете, кавалерийский наскок, как это, помните, когда-то был РДК, это был Легион Свободы России. Тогда ребята зашли пехом, да, там, ну сколько их было, может, 20 человек, 50 человек, ну вот так где-то, да. Сделали свою работу, сделали, кстати, тогда очень неплохо. И вышли. Потом опять зашли, потом опять вышли. Вот. То есть это был больше, это была более такая работа ДРГ. Вот. А здесь общевойсковая работа идет, да, со всеми вытекающими, с техникой, с тылами, со снабжением, то есть все по полной программе. Вот. Значит, ну опять расисты на сегодняшний день трактуют количество освобожденной от путинизма территории где-то в 130-150 квадратных километров. То есть, давайте я вам переведу сейчас, за один день мы освободили территории больше, чем расисты за месяц захватили на Донбассе. Ну так это, чтобы было понятно, да, сравнение где-то. Вот и все, собственно говоря. Вот и все. Это при всем, при том, что скажем так, наши потери, хотя любые потери, это очень тяжело, наши потери в Курской Народной Республике, ну, вообще несравнимы с потерями расистов на Донбассе, где те просто заваливают своими трупами все окрестные посадки, села и так далее, и так далее. Вот.
Ну, опять, понятное дело, для нас, у нас каждый солдат – это личность. У расистов солдаты – это биомусор для Путина, то есть он их просто утилизировал. Он даже не знает, сколько их там утилизировали. Столько, столько. Ему все равно, ему плевать на своих солдат. Они для него, я же говорю, это как, ну, биомусор, я не знаю, как еще там сказать. Поправьте меня, если я не прав. Но это, я думаю, что я в данной ситуации как раз прав. Что делать, расисты не знают. Путин сегодня собирает свой шалман, вот этот вот, туда придет Шойгу, Димон Алкогном, но это если он протрезвеет. Там прочая вот эта шайка-лейка этих старых негодяев, которые там подвязаются у Путина вокруг кормушки, будут решать, что им делать. Ну что делать? Надо снимать части с фронта, с какого-либо, например, с Подвовчанска, например, это будет быстрее, или из Донецкого фронта, с Луганского, откуда-то, откуда, оттуда, вот, и пытаться как-то что-то хотя бы спасти, потому что те части, которые сейчас там находятся, это погранцы, ну, короче, это в основном срочники или ТРО, но за ТРО даже говорить не буду, они не боеспособны. Вот. А срочники, ну, тоже, ну, вы прекрасно видите, что происходит, им постоянно навешивают люлей и набрали в плен. Ну, в принципе, хорошо, почему? Потому что срочников менять будут более охотно, будем надеяться, что азовцев поменяют. Да, теперь смотрите, а к чему это все идет? Ну, я вам скажу, к чему это все идет. Смотрите, когда есть освобожденная от путинизма территория, там уже тот же РДК или Легион, если они, в принципе, имеют желание, могут провозгласить новое правительство России, международно признанное, не вот это вот дебильное, которое сегодня сидит в Кремле и там ядерной дубинкой этой машет, вот, а нормальные люди с нормальными лицами, а не перекошенными путерастами. Вот, соответственно, вполне возможно это дальше. Вполне возможно, вот расисты орут постоянно, что будет освобождена территория Курской атомной электростанции. Ну да, может быть, я не знаю. Возможно, и так будет. Тут такое, потом будем меняться как-то. А вы же хотели переговоров, да? Я же понимаю, что путерасты очень хотели переговоров. Ну вот, может быть, Курск стоит занять, да? То есть освободить Курск, не занять, а освободить. Курщина — это была Украина. Вот, поэтому и потом производить какие-то тоже обмены, например, на Крым, да? Вот. Ну или Курск останется у нас вот до того момента, как будет это все решено, а Крым у вас, а потом опять назад поменяем. Ну это ж такое дело, посмотрим. Вот, то есть посмотрим, что будет в результате переговоров. Россия готова уступить Украине, какие свои города. Может Курск, может Белгород, может еще что-нибудь. Вот, потому что это все была Украина, и Таганрог-то тоже Украина. Мы же сейчас начинаем вспоминать уже, как говорится, тут такое дело. Хотя лично я предпочитал бы границы 91 года, закрыть вопрос, поставить там границу, пулеметы, собак, да, крокодилы, ров, и никогда больше ни при каких обстоятельствах. Да? Вот, то есть, ребята, много мы сейчас не знаем ни о планах Украины, ни о том, что будут делать расисты. Ну, что будут делать расисты, более-менее понятно. Они сейчас будут кидать в топку, то с бухты-барахты попривозят откуда-то этих вот своих чмобиков, еще их запустят, но их там утилизируют, собственно говоря, на этом все закончится. Что делает Россия, как раз я понимаю прекрасно. Вот Украина тут инновации предлагает, мы все прекрасно видели сбитые вертолеты при помощи дрона, это вообще там, это персик, да, это вообще замечательно. Вот, такого вот, наши сейчас делают там вещи, которые очень, очень многие из которых, ну, никто в мире еще не делал. Вот, а поскольку у нас армия инновационная, армия новая, армия молодая, то, как говорится, вот этих вот навешивают звездюлей, огромные армии вот этих сумасшедших кремлевских пердунов, которые там сидят и только портят воздух. Ну вот сегодня опять будут портить воздух там у Путина коллективно, да. Вот, может, каждому поднесут по чемоданчику, тут я уже не в курсе. В любом случае, друзья мои, вот этот весь вчерашний трёп расистов, это их, этого Министерства смехообороны, о том, что они вытеснили все ДРГ, взорвали, что они там уже уничтожили, 750 единиц военной техники, всех раздомбили, всех раздолбали, оказались просто не более чем очередным трёпом, бредом сумасшедшего. Вот, ну, понятно, оно и понятно, там у дедушек из Министерства обороны Российской Федерации деменция очень часто, ну, она сопровождается определенными эффектами, вот, поэтому им нужно следить за здоровьем, вовремя кушать кашу и не заниматься глупостями. И да, Курщина – это Украина.